23 февраля около полудня я решил сходить в магазин за небольшими покупками, дабы хоть немножко придать своему столу праздничный вид. Мой путь пролегал мимо одной из центральных забегаловок нашего не совсем укробандеровского, но потихоньку сползающего в эту клоаку города. Проходя мимо этого шалмана, я услышал какой-то крик и ругань промеж сведомых патриотов, толкущихся возле его входа. Я немного эту публику знал. Кто-то из этой кучи был в АТО, кто-то без АТО рвал глотку за европейские ценности, кто-то просто был патриотом, в кавычках, Украины, кто-то просто ненавидел Россию. И громкий хохот одного моего знакомого, наблюдавшего за толкотней всей этой компашки, родившегося в Алтайском крае, истинно русского человека, но проживающего уже лет 20 на Украине. Подхожу к знакомому и спрашиваю: что тут происходит? Знакомый, хватаясь за живот от смеха, показал мне пальцем в сторону шалмана. Зайди, посмотри на кино, сам увидишь. Захожу в пивную и наблюдаю следующую картину. На столе забегаловки стоит батарея бутылок водки русская. На столе два блюда. На одном блюде жирным синим фломастером написано «Слава Украине», а посреди блюда две рюмки, как оказалось, с обыкновенной водой. А на другом блюде тем же фломастером написано «Слава Советской Армии и флоту», а возле блюда лежат около десятка живых красных гвоздик, между стеблей которых воткнуто несколько открыток времен СССР с поздравлениями с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А на блюде рюмки с русской водкой. Рядом с блюдом большая тарелка с закуской, нарезанная ветчина, несколько сортов колбасы, сыр, огурцы, помидоры. Возле стола стоит здоровенный мужик лет за 50, в сопровождении троих, таких же здоровых, как он сам, как потом выяснилось, его друзей. Вокруг стола суета, спор и толкотня. Как мне пояснил вошедший в шалман мой знакомый, во время питья между участниками застолья, сидящими за разными столами, возник спор в отношении правильности выбранного Украиной внешнеполитического курса, в отношении отношений с Россией, в отношении Бандеры и в отношении праздника 23 февраля. Скандалящие на улице патриоты, в кавычках, как оказалось, бурно и агрессивно отреагировали на то, что за соседним столом четыре здоровых мужика поднимали тосты за праздник Советской Армии и флота. Вспоминали СССР, службу Советской Армии, с ностальгией вспоминали ту жизнь. Жалели о распаде Советского Союза и называли идиотизмом и маразмом разжигание вражды с Россией украинскими правителями, народ который они считали одним народом с той бывшей советской Украины. Патриоты такие речи восприняли в штыки и начали рвать на груди фуфайки. И только размеры оппонентов и их рост под 2 метра у каждого удержали патриотов от мордобоя с врагами. Но перепалка набирала обороты. Патриоты призывали любить Украину, клялись ей в верности и заверяли, что даже под москальскими пытками не изменят ни Украине, ни своим принципам, ни своим убеждениям. А оппоненты патриотов, как оказалось, уже много лет работают на российском севере, уважают Россию и готовы даже за нее постоять. Ненавидят и Бандеру, и бандеровщину. При деньгах. На Украину приехали в отпуск и буквально через несколько дней снова уезжают на работу в Россию. Перешепнувшись между собою, эти мужики отправили одного домой, а сами попросили у хозяина заведения рюмки, блюда, тарелки и кое-что из закуски. За это время посыльный принес большую сумку водки русская, гвоздики, еще советские открытки с поздравлением с Днем Армии и Флота, ветчину, колбасу и овощи. На блюдах сделали надписи фломастером и предложили всему шалману выбор. Или любой желающий может выпить за праздник Советской Армии и Военно-Морского Флота водку, налитую в рюмке на блюде с надписью «Слава Советской Армии», и закусить довольно прилично, но перед тем, как выпить, каждый пьющий должен поздравить всех присутствующих с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Или отхлебнуть водички с рюмок с водою,
стоящих на блюде с надписью «Слава Украине!» Без закуски. Шалман замер в гробовом молчании, но после недолгих раздумий мужики начали подходить к столу с угощением. Брали рюмку, поздравляли присутствующих с праздником, выпивали и закусывали предложенными вкусностями. Инициатор угощения сжал выпившему руку и говорил: «Спасибо, браток, спасибо за то, что не превратился в скота, что не забыл, кто ты, не забыл и свою историю, и историю своей страны». И вскоре вокруг стола с гвоздиками образовалось застолье. А в это время патриоты возле Шалмана, чуть ли не плюя друг другу в рыло, определялись, подходить им к столу с угощениями или нет. С одной стороны, они якобы патриоты, а с другой – ее величество Шара. И откровенная борьба в головах сведомых между патриотизмом и возможностью нажраться за счет пусть даже идеологического противника на виду у всех вызывала бурный смех у тех, кому довелось увидеть и услышать их терзания. При том, что речь шла не об одной рюмке, а о питье до отруба. И под довольно-таки шикарную закуску, затеявшие эту экзекуцию для сведомых, приехавшие в отпуск мужики, похоже, могли себе позволить такие траты. И изначально объявили условия для сведомых: будете пить, сколько влезет, наливать будем, пока не скажете «хватит», но пить будете только за славу Советской Армии, славу Советского Флота. А за славу Украине можем предложить только воду. Выбирайте. Ну что сказать, безграничное убожество. Я всегда говорил о том, что сведомые ублюдки – это не люди, это скоты, животные. И это животное начало проявилось в них с того момента, как они только подумали о своей самостийности, ради призрачности которой они плюнули в лицо российскому народу, который веками им помогал, людей из этих свиней сделал, защищал, сколько раз из дерьма вытаскивал. А эти сведомые сволочи отплатили России свинством и скотством, оболгали, обмазали грязью, страну, созданную не без участия России, угробили, растоптали память, извратили историю, очернили славу предков. И что самое обидное, за все это от российского народа даже по роже не получили. Ну да ладно, боржоми уже пить поздно, вернемся к столу. Могу сказать, что жажда Шары победила. Ни одна бандеровская морда не устояла. Все это сведомое стадо выпила из рук и за счет тех, кого полчаса назад врагом называла, кого обещала загрызть зубами. Выпила, поздравила окружающих со светлым праздником Советской Армии и Флота, сквозь зубы поздравила, но поздравила, и сквозь зубы пило русскую водку, но пило. А вот руки этому стаду угощающие не пожали. Только старший северян по плечу похлопал самого ярого патриота и сказал: «Вот так вот, земляки, что же случилось с вами? Откуда столько желчи? Заболели вы, похоже. Одно интересно, где, когда и на каком жизненном повороте, и вылечитесь ли когда-нибудь? Вот только дальше мы пить с вами не будем и за одним столом сидеть не будем. Чужие вы для нас. Да и характера у вас нет, равно как и твердости духа». В ответ на сказанное патриоты округлили очи. «Как больше пить с нами не будешь? Ты же обещал не одну рюмку, а напоить как положено». На что северянин ответил: «Я свои обещания сдерживаю и за слова отвечаю, вам будут наливать до тех пор, пока вы не попадаете, но только не за нашим столом». И, обернувшись к бармену, произнес: «Пельмени патриотам, каждому по двойной порции и водки сколько выпьют, они это заслужили. Предательством своих идеалов, если, конечно, они у них были. Я все оплачу». И северяне направились за свой стол. Я хотел всю эту процедуру заснять на телефон, но старший северян сказал: «Не надо. Я не знаю, где ты эти снимки будешь выставлять. Мы скоро улетим. А работники данного заведения, присутствующие здесь люди, не разделяющие бандеровских взглядов, останутся. Не будем их подставлять». И меня пригласили за стол вместе с моим знакомым.
И я не отказался. Познакомился с отличными мужиками. Просто хотелось с ними пообщаться и убедиться в том, что среди украинцев тоже есть нормальные люди. Сильные, смелые, с железным характером. Ведь такие качества среди украинцев такая редкость. Но, увы, мои новые знакомые таковыми не оказались. Да, они долгое время жили на Украине, женились здесь когда-то, детей родили. Но оказались они русскими людьми, когда-то приехавшими на ту советскую Украину, которой она была раньше. А патриоты, плюнув на патриотизм, героизм и сведомость, пили на шару до тех пор, пока окончательно не превратились в свиней. Вот она цена сведомому патриотизму, водка на шару, даже налитая от врага. Размазывала всю эту сведомость по грязному полу забегаловку вместе с испражнениями сведомых патриотов, в которых они оказались после последней, перед отключкой, выпитой на шару рюмки. Ну что ж, такие они, сведомые патриоты. Такая их жизненная позиция и такая их сведомая карма. У источника существует подпись «Юстас». И здесь ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. Канал «Веб-рассказ». До свидания.